Всем привет, ребята! С вами я, Алик Асала. О чем это видео будет? Сразу скажу по-быстрому и коротко, что было. Поздний час, да. Вот, недавно я посмотрел видео Ангела Касада, Вовы. На первом видео сказано якобы там про сливы GTA-шек, всяких популярных самперов, но не названные их имена в скобках. Почему, я не знаю. Ладно, раз так. Я так понял, Вова сразу сказал два имена. Это Барри Асала и Сантьяго Асала. Пойдем. Я посмотрел это видео. Я даже там свой комментарий поставил, что пусть поставят Google аутентификатор. Все равно помогает, потому что мой аккаунт тоже взламывали. И у меня стоял Google аутентификатор. Взломщик меня потом вернул сам свой мой аккаунт. Потому что сказал, я не могу обойти Google аутентификатор. О чем речь пойдет? Чисто с моей точки зрения, Вова, он бы мог не делать такое видео в сторону семьи Асала. Это не то, что разоблачение там в семье Асала, якобы они кидают стиллер и тому подобное. Кто меня знает и со мной хорошо знаком, он прекрасно знает, что я такой человек, который плохо относится к читам, стиллерам и всему тому подобное. Он, как мой бы хороший знакомый, он мог бы меня предупредить ВКонтакте. Якобы Алекс у Барри или у Сантьяго Асала там на новых видео мы проверили, есть стиллер. Так. И я бы своим ребятам передал бы это сообщение или предупреждал, что, ребята, у вас есть стиллер, удалите это видео или тому подобное. Или, как он сказал, якобы его друзья попали на стиллер, потом аккаунты они вернули. Раз твои друзья знают, что ты или твой программист Джеффуд хорошо шаришь в стиллерах, проверяйте, они бы могли вам просто сказать, Вова или программист Джеффуд, пожалуйста, проверьте этот файл, ведь я не тупой школьник. Без проверки я не буду его использовать. Но нет, оказывается, они тупые школьники. Извините за такую грубость. Просто уже я не могу такое терпеть в сторону моей семьи. Где, блядь, не по всем, там, по, грубо говоря, пунктам. Да, возможно, там был стиллер, не отрицаю. Но об этом чуть позже. Он бы, как бы, сказал бы сам Вова или программист, пожалуйста, ребят, я хочу этот файл использовать, проверьте его на стиллер. Нет, этот его софамец, который с ним в фаме, взял и просто так скачал, кинул себе, потом его аккаунт взломали. Хоть он не школьник, я прекрасно с ним знаком, он взрослый человек, грубо говоря, он бы мог там сам чекать или попросить у другого. Потом, на второе видео я посмотрел, там чистое прямо видео про Сантьяго Асала, как у него на первом сборке не было стиллера, а как на втором сборке был стиллер. Ребят, мы не все не идеалы. Как бы, если Асала семья кидала бы стиллеры в своих файлах, то я бы многим не просил, ребят, дайте на твинг зайти на кап, когда я хочу играть сам. На других проектах. У меня было бы море аккаунтов, я бы сам продавал бы их сначала. Если я просто так считаю, если бы Вова был или считал бы меня себя близким человеком по сампу или тому подобное, он просто не сделал бы такое видео. Это некрасиво. Он бы мог меня предупредить. Как это сделал Фауст Джеффуд, это тот, который меня принял в гетто в 2013 году. Когда я через него попал в гетто. Он, смотрите, что мне пишет. Ара, вы стиллер выложили. Он кидает ссылку. Вот. Ну, сейчас. Не проверяйте на сам моде. Он предупреждал. Я ему, потому что у меня было много сообщений. Я просто ответил, кинь Араму. Я не шарю. Потому что я, естественно, не шарю. И поэтому я ничего не скачиваю. Удали просто стиллер, это мне поверь. Валера Арама, передай скриншот, потому что про вас будут плохо говорить.
мне похуй, выкладывайте сильно. Данный человек, который с ним знаком с 2013 года, он предупреждает. Про вас будут говорить плохое. Значит, Вова так сделал, что сейчас многие там начнут про нас говорить. О, а Сава стилеры сливают. Слушай, Вася, давай мы их, короче, нахуй пошлем. Нет, этот человек взял просто меня предупредил. Я написал, мне тоже похуй, пост не от меня. У меня забомбило от него, от Асала было пост. От него пост. Я жду ответа. И в этот же миг я просто написал в конференцию Асала. Кинул переписку с Валерой. Тут, короче, Барри Смайл, как-то, блядь, я проверял, стиллера не было. Теси касала, чем ты проверял? На самоте, если там, то там хуйня. На самоте. Ладно, спокойно, очень спокойно. Молодцы, этот пост был удален. Почему данный человек просто поступает хорошо со стороны Ангела Касады? Как бы, это некрасиво смотрится, ребят. Это где-то час назад был, с Арамом сидел в РК, я увидел Сантьяго Асала. Там я даже вот зашел, просто хотел смотреть там видосы всякие, и тут столкнулся на такое видео, я до конца досмотрел, понял речь. Как на первом видео было сказано в сторону Барри Асала, якобы он тоже сливает стиллеры. Но почему-то на втором видео, как Ангел Касада сказал, мне это не выгодно, б, мне пофигу. Почему тебе пофигу или тебе не выгодно, когда ты уже сделал видео, и на своем видео ты сказал человека, там, про сторону человека, якобы он кидает стиллер, и у тебя доказательства нету. Насчет Ромы что было? Я перекинул Рому у нас в РК. Сарама. Я Роме говорю, Рома, что случилось у вас? О чем Вова говорит на видео, якобы ты сливаешь стиллер? Я говорю, тебя выгнать из семьи? Он молчит. Ну, конечно, любой бы молчал, потому что человек ошибся. Почему ошибся? Потому что на его последнем видео, где именно был стиллер, как бы они проверяли и сказали стиллер. Рома не предупреждал, что своим подписчикам, ребята, якобы это не мое, типа проверяйте сами. Но почему-то только на последнем видео, а где у него есть видосы, там сливы всякие, он на всех видосах сказал проверяйте. На этом он забыл, накосячил он. Теперь я зайду. Сейчас зайду к парням в конференцию ВРК. Вот в чем мне сам отправлял Якс Касада. Просто посмотри. Я знаю, что он не прав. Зачем сразу говорить, что Асала это Асала? Это очень некрасиво с его стороны. Почему-то его сафамовец Якс Касада, он тоже думает, что это некрасиво, потому что раз у нас хорошее общение с Фомой, он не должен был такое говорить. Это некрасиво. Ребят, ну как вам? Я не знаю, просто мне на русском слова не берутся, чтобы вам объяснить, ребят. Типа, вот нельзя было такое делать. Просто мог бы он предупредить. Это означает, что на публику, что ли, будем играть. Я просто не хочу все кавычки открывать и всему тому подобное. Я не хочу, чтобы в сторону Ангела Касада было какой-нибудь хейт. Просто давайте жить дружно и будем все на своих местах. Потому что мы все прекрасно знаем. И как Вова на первом видосе не сказал некие имена про самперов, где были стиллеры слитые, то вы все прекрасно знаете. Я такой человек, который у меня в мысль в голову сразу придет, я скажу. Почему он не сказал? Может, он побоялся? Может быть, он побоялся от гораздо популярных самперов, у кого больше подписчиков. Я скажу, в 2013-2014 годах многие самперы, тот же самый Сантьяго Виласо,
там Тофик Типса, ну про Валька, Валя, просто сори, братан, теперь уже другие времена. Ты мой братик, мы это все прекрасно знаем. Тофик Типса, хуйсмуйс там и все дела. Они тоже сливали стиллеры. Почему их до сих пор смотрят? Потому что они нормальные люди. И людям это нравится. Но когда человек один раз накосячил, и ты про него видос делаешь, это очень низко было, Вова. Чисто, как бы, после этого, я не знаю, у меня с тобой какое отношение будет, но я к тебе буду относиться хорошо. Но это как бы удар в спину. Ты бы мог мне ВКонтакте предупредить, типа, там, слушай, друг, типа, вот на данном видео есть стиллер, скажи, чтобы они удаляли. А теперь я зайду к нам в РК, ребятам, не там, сам поиграю. Знаешь, она ничего не Брат, написала? тихо, о, да, парень, здравствуйте. давай так начнем сразу, братиш. Здравствуйте, приветствуем моих подписчиков. Ладно. Тима, кратко и ясно, по-братски. Я о многом сказал там, когда отдельно сидел один. Просто расскажи, что было у вас с Ангелом, какой переписка или какой разговор у вас был? У нас был разговор, ну, то есть мне скинули видео, типа то, что про меня какое-то там видео, то, что типа я пихаю стилера и так далее. Вот, я зашел, посмотрел, и мне не понравилось то, что в каком-то видео Ангела про меня говорили, то, что я пихаю стилера, и какой-то Кассадовский попался, когда скачал мой GTA на стилера. Я писал Ангелу, попросил его пойти со мной в Skype, и поговорить насчет этой темы. Ага. А почему? Вот. После он сказал то, что... Сейчас я процитирую дословно. Сейчас я зайду в ВК. Ангел. Вот, дословно сказал, салют, так пересмотри. Там про тебя только то, что после того, как скачали сборку Касадовский, он словил с нее стиллер. Больше про тебя ни слова. Вот, я попросил доказательства, то есть пруфы, что именно с моей сборки был стиллер, так как мог этот Касадовский скачать мою сборку, но кинуть туда свои клео, как это постоянно и делается, да, или же свои моды, в которых, возможно, находился стиллер. На что я попросил ссылку этого Касада, чтобы с ним поговорить, и ждал 2 суток, пока Ангел скинет мне ссылку, но он мне так и не дал этого человека, который говорил то, что у меня стиллер. После я стримил, и Ангел зашел на мой стрим. Вот, и я ему, не помню честно дословно, как я ему сказал, но все-таки опять попросил его в ВК. После он сказал то, что как ответить, типа, так сразу тебе дам его в ВК. Я говорю, типа, напиши в комментариях у себя то, что, типа, ты ко мне никаких претензий не имеешь, потому что, ну, как бы доказательств нету, ты поверил ему на слово. И он согласился и написал под этим же видео в тот же день то, что никаких претензий ко мне не имеет, и насчет меня он ошибся. Все, больше ничего. Якс, что ты думаешь по этому поводу, про ролик Ангела Касада? Ну, я думаю, что он не должен был записывать ролик, а просто тебе написать, Раму, там, Ромис или Барри, о том, что вот у тебя в этом видео, ну, в этой сборке, стиллер. И Ага. вы бы уже трое бы, даже четверо бы говорили. Понятно. Арам, а у тебя? Ну, у меня тоже почти как у Дениса, как бы я... Было бы лучше, чтобы он написал кого-то из нас сначала. Типа, вот твои пацаны кинули стиллер или не знаю, кинули стиллер. Предупреждать, а не сразу Я делать понял, видос. Арам, просто... Рома, Да. а у тебя какое оправдание будет? У меня оправдание такое, что во всех сборках, которые я сливал, я упоминал о том, чтобы проверяли сами, но косяк мой в том, то, что в этом именно видео я забыл упомянуть о том, чтобы они прочекали на стилеры. И сборку, в которой они нашли стилеры, вот так вот получилось. В общем, мой косяк, что я не предупредил, я забыл. Понятно. Оправдание такое, что в следующий раз у меня уже не будет стилеров, потому что у меня уже программа, я уже все чекаю сам лично. Окей. Я, ребята, я еще раз говорю, я бы такое видео не делал, честное слово. Просто он, когда сказал группе Асала, упомянул якобы стиллер, у меня на это загорел, если честно. Если
Он наш хороший знакомый, так мы с ним хорошо общаемся. Почему он такое сделал? Вот я в это не понимаю. Почему, когда Сантьяго Веласа меня в ЛС пишет, типа, Алекс, с моего приватблока спиздили скин и слили в твоем группе, пожалуйста, удали. Или то же самое Тофик Дипсайз, когда якобы его АИМ слили за 450 рублей в моем группе. Удали. Я удалил. Почему? Потому что у меня с ними хорошие отношения. Ну, Тофик это пиздюк, блядь, если честно сказать. Он пиздюк. А Сантьяго Велас это АУЕ, блядь, просто. Хороший человек. Почему он смог сказать? Или почему Фауст Джеффуд смог об этом сказать? Якобы у вас в группе Стиллер, браткан, удали пост. Почему это все сказали, а кроме него? Значит, я буду знать, какой он человек после этого. Всем спокойной ночи или всем доброе утро, пацаны. С вами был Али Касала и его фэмили. АУЕ. И The Barry, подписываемся на The Barry, ребят, обязательно. Ой, блядь, сука. Я должен был пропиариться. Я оставлю.